Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами Александр Новиков, и в сегодняшнем видео мы обсудим такую удивительную программу, как Skype Sender. Skype Sender — это приложение для Skype, которое позволяет каждому из нас в кратчайшие сроки находить своих потенциальных партнеров, свою целевую аудиторию, а также делать массовые рассылки. Давайте я покажу вам, что из себя представляет программа, и расскажу, как она работает. Заходим в программу Skype Sender. Также при входе программа могла запросить адрес вашей электронной почты. Введите его и нажмите ОК. И вообще программа имеет достаточно широкий функционал. В первое поле нам необходимо ввести тот запрос, который мы ищем, например, слово «лидер». Далее нужно выбрать язык. Можно не выбирать, можно выбрать любой язык. Видите, что их здесь много. После чего указать мужчина, женщина, либо не имеет значения. Также можно указать страну, область и город. Мы ввели слово «лидер», жмем кнопку «искать». По нашему запросу вышло большое количество скайпов, большое количество людей. Далее, что нам нужно сделать, это создать новую группу. Кстати, если мы укажем, например, мужчина или женщина, видите, поиск завершен. Ни один из этих людей не указал свой пол, поэтому лучше ставьте значение «не имеет значения» и нажимайте снова кнопку «искать». Чтобы создать группу, нажимаем кнопку «добавить группу». Назовем нашу группу «тест-1», жмем «ОК», после чего выбираем уже созданную группу в списке, нажав по стрелочке. Жмем «выделить всех» и «добавить в группу». Для того, чтобы показать вам все функции, давайте нажмем кнопку «снять выделение». Видите, что галочки исчезли. Добавляем еще две папки, например, «тест-2» и «тест-3». И переходим по кнопке управления группами. Здесь мы видим, что у нас созданы три папки. В первой из них есть контакты, в двух последующих нету. Для того, чтобы посмотреть контакты, нажимаем на плюс и видим, что все контакты перенесены в папку «тест-1». Что мы можем делать с данными папками? Например, можем взять папку и нажать кнопку «удалить эту группу». Окей, после чего группа будет удалена. Также мы можем зайти в папку «тест-1», выделить, например, двоих-троих человек, которые нам нужны в другой папке. Выбираем папку «тест-2» и нажимаем «перенести в эту группу выделенные контакты». И видим, что данные контакты перенесены в папку «тест-2». Что еще можно делать в данном меню? Мы также с вами можем сохранить контакты из папки «тест-1» в текстовом документе. Сохранить файлы, контакты этой группы. Нажимаем эту кнопку, называем контакты «тест-1» и жмем «сохранить». Сохраним сейчас на рабочий стол. Итак, видим с вами, что появился файл «контакты тест-1». Можем зайти в него и посмотреть все наши контакты. Также есть кнопка «добавить из файла контакты в группу». То есть мы делаем обратное действие, нажимаем «добавить из файла», выбираем файл на рабочем столе и жмем «открыть». И видим, что те файлы, которые были в тест-1, перенесены в папку тест-2. В этой панели управления все. Переходим по кнопке «рассылка». Я покажу вам, как делать массовую рассылку с помощью Skype Sender. Мы зашли с вами во вкладку «рассылка», и здесь мы можем написать письмо. Например, «привет». Также можем воспользоваться переменными. Это имя и фамилия контакта, имя контакта и на то, как вы обозначили контакт в листе, то, как вы назвали его. Вот. И здесь мы можем выбрать, например, first name, это имя. То есть копируем данную переменную, либо пишем. First name. Допустим, «привет, Иван».
вижу, что вы интересный человек. Ну, лучше написать здравствуйте, конечно. Здравствуйте. Вижу, что вы интересный человек. Буду рад нашему знакомству. И все, наш текст готов. Мы отправляем текст на тест 1, на имейлы группы тест 1 и нажимаем кнопку отправить. И видим, что пошла рассылка. Послано 100 сообщений, в нашей группе было 100 контактов. Друзья, наш сегодняшний урок подходит к своему завершению. Сегодня я рассказал вам, как пользоваться программой Skype Sender, как с помощью нее находить потенциальных партнеров и клиентов, а также делать массовую рассылку. Надеюсь, данная информация пойдет на пользу вам и вашему бизнесу, и вы сможете увеличить свои доходы в геометрической прогрессии. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте классы. С вами был Александр Новиков. Желаю вам удачного дня и хорошего настроения. До встречи!